Тест Бунелли Литлера-Финачиетта. Экзаменатор слегка разгибает палец в пясно-фаланговом суставе и оценивает степень сопротивления и пассивное движение пальца в проксимально-межфаланговом суставе. Тест повторяется также при сгибании пальцев в пясно-фаланговом суставе. Тест считается положительным при наличии ограничения движений в проксимально-межфаланговом суставе при удерживании пальца в положении разгибания в пясно-фаланговом суставе, что является следствием натяжения патологически измененных межкостных и червеобразных мышц при разгибании пальца. В то время как при сгибании пальца в пясно-фаланговом суставе ограничение движений в проксимально-межфаланговом суставе не наблюдается. Если ограничения движений сохраняются как в положении разгибания, так и в положении сгибание пальца в пясно-фаланговом суставе, то ограничение движения обусловлено капсулярным компонентом проксимального межфалангового сустава.